Емблема. Друзі, а наш ранковий ефір «Правда тут» лайв триває, і до нашої студії долучився економіст Віктор Скаршевський. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу хотіла запитати, зараз анонсували створення нового бюро економічної безпеки. Що воно передбачає і загалом чим відрізняється від нинішніх служб, які за цим слідкували, так? Да, вот сейчас, на данный момент, экономическими преступлениями, либо точнее расследованием экономических преступлений занимается несколько органов. Есть подразделения в СБУ, есть в МВД, есть еще налоговая милиция, которая никуда не пропала, а действует еще до сих пор. И сама по себе идея создания Бюро экономической безопасности – это централизовать все в одном месте, чтобы не было дублирующих функций, и забрать у других правоохранительных органов функції розслідування економічних преступлень. Автоматично це буде або розформування і просто скорочення людей з роботи, або, або ті самі люди підуть працювати в це бюро. Да, ну, во-первых, скоріше всього, многие пойдуть працювати в це бюро. Во-вторых, в прикінцевих положеннях цього закону, його, правда, ще ніхто не бачив, тому що там з голоса много чего менялось, и пока не подпишет его президент, и мы не увидим окончательной редакции, говорить 100%, что там написано, мы не можем. Но в любом случае там нет четких указаний, например, чтобы ликвидировать те подразделения в том же СБУ, которые занимались экономическими преступлениями. То есть эти функции уходят, но конкретного положения, что надо ликвидировать, нет. Поэтому, возможно, эти все вещи, ну, вещи, говорю, люди перейдут в другие подразделения того же СБУ. Но и опять же, если есть желание, так сказать, кошмарить бизнес, то, ну, со стороны СБУ, например, экономические преступления у них отберут, допустим, ликвидируют эти экономические подразделения, но они всегда могут написать, что статью подозрения по финансированию сепаратизма, по терроризму, ну, и тем самым кошмарить тот же бизнес. То есть само по себе создание, ну, в принципе, это правильный шаг, ну, в правильном направлении, но само по себе создание отдельного органа еще не решает проблемы с бизнесом и наездами, так сказать, на бизнес. Вот, например, у нас создана целая в Украине инфраструктура антикоррупционная, как ее называют. 6 антикоррупционных органов. За 5 лет уже из нашего кармана, из бюджета на них израсходовано порядка 12 миллиардов гривен. В 2021 году, в этом году мы еще 5,6 миллиардов гривен на антикоррупционные органы потратим. А коррупция как была, так и есть. Еще даже масштабы по некоторым оценкам увеличиваются. Поэтому я бы не делал каких-то радужных надежд, хоть это и в правильном направлении создания Бюро экономической безопасности, что бізнес може облегшено вздохнути. К сожалению, цього не гарантує. Ну, ми нагадаємо, що це частина міжнародних зобов'язань України, одна з вимог меморандуму з МВФ та Європейським Союзом. Як антикорупційні органи, да, ну, тільки результат – це ноль, а навіть мінус з точки зрення того, скільки ми на них тратимо, на антикорупційні. Ніяких, ні один високопоставлений корупціонер не сидить, денег в бюджет фактично не принесло, но расходы на них есть. То есть у меня такое впечатление, что антикоррупционные органы созданы не для того, чтобы бороться навпаки с коррупцией, нет, чтобы контролировать коррупционеров. Ну так получается с точки зрения тех результатов, которые мы видим, точнее их отсутствие. А на вашу думку, що зумовило створення такого органу? Ну, є ж були контролюючі і досі є там ДФС, СБУ. Чому вони не продовжують виконувати ці обов'язки, а вирішили от створити окремий взагалі орган? Ну, тут, кстати, і СБУ, і Государственная фискальная служба, налоговая милиция, і другі органы силовые, они продолжают на сегодняшний день, продолжают работать, как и работало. Сейчас на данный момент еще пока ничего не изменилось. Просто принят закон. И в этом законе записано, что на протяжении ближайших 6 месяцев должна быть сформирована структура Бюро экономической безопасности, назначен руководитель, заполнены вакансии. Кстати, в бюджете на 2021 год для функционирования этой структуры предусмотрено 580 миллионов гривен.
Саме для цього бюро? Так, да, для цього бюро економічної безпеки. Його ще не було, да, но а вже бюджет для денег, заклали. Да. Ну, це, в принципі, правильно, тому що, ну, як показує практика, воно вже зараз буде создаватися. Но, опять же, если уже в целом это как бы все хорошо выглядит, но если начинать смотреть детали, например, штатное расписание, в законе, кстати, так, определено, что не больше 4000 человек должно работать. Как показывает опыт тех же европейских стран, по той нагрузке, которая может быть на это бюро, должно быть не более 1500 человек. Кстати, когда только лишь начиналось, это где-то 15-16 год, такая идея, так, прозвучало, международное обязательство, как вы правильно сказали, то изначально называлась штатная численность 2000-2500 человек, потом через год уже 3000 человек. Ну, это та сама манипуляция, как с кількістю депутатов. Не, тут чуть другое, но, опять же, штат слишком большой для этого. Опять же, остаются силовые функции, не только лишь аналитические, но и силовые функции будут в Бюро экономической безопасности. Так что от перемены слагаемых может ничего и не измениться. Ну, была такая информация, читала, что взагалі зникне податковая милиция. Не, ну, она трансформируется в Бюро экономической безопасности. Вот, опять же, просто с нескольких, трех-четырех органов, которые параллельно, дублируя, занимались экономическими преступлениями, точнее, расследованием экономических преступлений, но хотя тут оговорка по Фрейду. Так. Потому что те, кто контролирует, обычно и соучастники этих всех вещей, но те, которые занимались борьбой с экономическими преступлениями, 3-4 параллельных органа, сейчас просто будут в одном. Хотя, если внимательно читать текст этого закона, там есть статьи, кажется, 18 статья, которая предполагает также существование других органов, кроме Бюро экономической безопасности, у которых будет право на такие расследования. То есть либо это не очень правильно выписано, либо это сознательно сделано. Все мы это уже увидим в процессе функционирования Бюро экономической безопасности. И это будет, если сегодня февраль, значит, это, ну, уже исходя из того, как у нас работают бюрократические аппараты, все эти процедурные моменты, осінню, а може даже только лише зимою. З приводу очільника цього органу, от зараз зачитаю вимоги. Директором Бюро економічної безпеки може бути громадян України не молодше 35 років, який має вищу юридичну або економічну освіту, заступаним не нижче спеціаліста або магістра, стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах у органах державної влади, на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, не менше 5 років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки. Хто цією людиною може стати? Кого зберет конкурсна комісія? А конкурсна комісія должна состояти із представителів Кабміна, Верховної Ради і, кажется, Офісу Президента. І кого зберуть? Ну, процедура така. Сначала формируется эта конкурсная комиссия, потом они выбирают претендентов, чтобы они соответствовали как минимум этим критериям, и выбирают три кандидатуры, которые подаются премьер-министру Украины. Из этих трех кандидатур уже премьер-министр выбирает, кого назначить. То есть уже получается возможность политических манипуляций, когда из трех человек у премьера есть возможность выбрать. То есть конкурсная комиссия делает фильтр, конечно же, но опять же есть свобода, так сказать, субъективная. Чи може бути такий результат, що дійсно стане очільником той, хто зараз, наприклад, очолює одну із цих силових структур, які хочуть прибрати? Ну, конечно же, все возможно. И ничего не изменится. Ну, все возможно. Ну, например, взять Национальное антикоррупционное бюро Украины. Был конкурс, все с международными экспертами. А сейчас оказывается, что глава Национального антикоррупционного бюро, согласно решению украинского суда, находится в реестре коррупционеров. Ну, так что здесь кто бы ни стал главой, надо будет смотреть, какая будет его политика и какие будут действия. Потому что сейчас то, что касается экономических преступлений, это просто чисто вымогательство денег из бизнеса. По статистике, вот, правда, она только есть за 2019 год, сейчас, наверное, обновят, и за 2020, по
статей «Экономические преступления» было возбуждено 1800, чуть менее, 1800 уголовных производств, и только лишь 10 дел было с обвинительным актом по решению суда. Из 1810. Все остальные там по ходу закрывались, там где-то досудебное, где-то в судебном порядке. Это означает, что это не потому, что плохо работает правоохранительная система, либо суды, а потому что эти дела изначально задумывались как выбивание денег из бизнеса, то есть чисто коррупционным путем. Если какие-то предохранители, чтобы этим не занималось Бюро экономической безопасности, как этим сейчас и продолжают, кстати, заниматься эти параллельные силовые структуры по экономическим преступлениям, тут открытый вопрос. А наскільки доречно, доцільно і дійсно на часі створення зараз цієї силової структури? Ну, як мінімум, тут не то, щоб іменно створення, як сама цель, а убрати можливості тим силовим структурам, які зараз, наїжджати на бізнес і препятствувати економічній діяльності. Ну, решили таким образом централизовать, убрать эти полномочия у других силовых структур, но нет никакой гарантии, чтобы, что именно новая созданная структура... Будет краще и будет дотримуватись законодательства. Там по законодательству немножко убрали, так сказать, причин для возбуждения таких уголовных производств, но все будет зависеть от практики. Как я сказал, та же СБУ может по другим причинам... Перевіряти бізнес, да, і делати, возбуждати уголовне производство. Також є інформація, що при Бюро економічної безпеки створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за його діяльністю. Зокрема, Рада буде розглядати звіт директора бюро та надавати свій висновок. Наскільки це реалістична картинка і чи такій громадському контролю буде реально даватись доступ до інформації? При всіх антикорупційних органах я спеціально... упоминаю очень часто антикоррупционные органы, потому что уже по факту сделано. Так. Также была цель благородна. И при всех антикоррупционных органах также создана громадская рада. Да, гражданские советы. Угу. Да. Какой результат? Да никакого результата. Время от времени какие-то скандалы возникают, ну и все. Ну, так что нет, структура, форма, конечно, все в принципе понятно. Все должно быть, ну, все как бы правильно, но как это будет работать на практике, это вопрос. А так структурно все выглядит неплохо. У нас в бюджеті діри, це не секрет, і така сума виділена саме на це бюро. Як ви думаєте, якщо, наприклад, вона фактично почне функціонувати, так як ви говорите, восени, чи залишаться взагалі гроші на фінансування, тому що у нас дуже багато проблемних ділянок, які до того часу, в принципі, можуть всі гроші, які в нас є, використати? Ні, тут проблеми з фінансуванням не буде. Тут, наоборот, я думаю, що ще менше потратять, чим виділено. 580 мільйонів гривень було з... предусмотрено с учетом того, что будет эта структура функционировать с 1 января 2021 года. Сейчас 1 февраля. Ну, то есть уже месяц, так, месяц сэкономили, образно говоря. А пока еще соберут конкурсную комиссию, проведут конкурс, назначат нового главу. Просто только лишь новый глава, которого назначат, сможет так юридически создать центральный орган выконавчую владу. А это, я же опять говорю, это в течение полугода, август, если все очень правильно и четко будет. А если как обычно, то это может быть осень, а то и зима. А насколько серьезна проблема в Украине, от экономичные злочины? Ну, тут смотря, что под этим подразумевать. Если брать по поводу вывода денег в офшоры, по разным оценкам, это может быть 3-5 миллиардов долларов ежегодно выводятся в офшоры по разным схемам, причем, кстати, очень часто законным схемам это все делается. Проблема в Украине как первоочередная. Ну, экономические преступления, конечно же, есть, да, но первоочередная проблема это в том, что нет возможности нормально развиваться легальному бизнесу. Это первоочередная проблема. Проблема не в самих экономических преступлениях, а в том, что под видом этих экономических и борьбы с этими экономическими преступлениями органы власти борются не с ними, а борются с бизнесом, выбивая из них дополнительные деньги. Я уже приводил статистику, 1000
800 уголовных производств и всего 10 доказанных в суде. Это даже в процентах не выражается. Значит, остальные 1790 это возбуждено уголовных производств ради выбивания денег из бизнеса. Хто може зламати цю систему? Бюро може допомогти взагалі полегшити життя бізнесу? От бюро, от якраз в будь-якому випадку, воно не зможе облегчити. В будь-якому випадку, воно буде боротися з економічними преступленнями. Угу. Ну, дай Бог, щоб іменно з економічними преступленнями. Ну, це не облегчення життя бізнесу. Це правоохранительна функція. Облегчення життя бізнесу – це зниження налогів, відсутствие не обоснованих перевірок, це відсутствие вибивання денег із бізнесу. Отсутствие придуманных уголовных производств, это может помочь бизнесу. А сама по себе деятельность, она, конечно же, не помогает, но это не есть задача правоохранительного органа помогать развиваться бизнесу, а предотвращать возможные экономические преступления. Там будет аналитический орган, и я бы на нем бы и остановился, честно говоря, без всяких силовых ведомств. Аналитически просто смотреть по критериям, где есть риски вывода денег, где есть риски каких-то финансовых злоупотреблений по четким индикаторам. Это да, вот превентивно, тут нет вопросов, но у них также будет еще и силовая функция, поэтому нет никакой гарантии, что они могут действовать и будут пытаться действовать, как и нынешние силовые органы, те подразделения, в которых у них есть. То есть здесь очень много зависит даже не от самого по себе закона, а то, как он будет исполняться. А так еще с древних времен повелось, что вот у нас строгость закона смягчается необязательностью его выполнения, и это очень мощная проблема, фундаментальная проблема не только лишь этих силовых органов, а вообще, в принципе, функционирования украинского государства. У мене уточнююче запитання. В чому буде полягати оця силова функція цієї структури, цього органу? Ну, это ж проверки, блокировки деятельности. Ну, опять же, для того, чтобы 100% говорить, что именно там прописано и записано, необходимо дождаться, пока президент Владимир Зеленский подпишет этот закон, и он будет опубликован. Потому что даже сами разработчики и те, которые внутри, так сказать, этого процесса, окончательной версии еще не знают, что там будет. Очень часто бывает, что какие-то вещи появляются между тем, как с Верховной Рады уходит на подпись президента, по дороге может еще что-то там обновиться, что-то уйти, поэтому лучше уже комментировать и однозначно давать оценки после подписания. Україна поступово виконує всі вимоги МВФ і чекає все-таки наступний транш. Чи дочекаємося ми його і як скоро? Во-первых, он нам сейчас не нужен. Чисто с финансовой точки зрения. Так. Ну, не то, что сейчас, а даже в 2021 году как таково. Але ж про него говорят. Не, ну, как в том анекдоте, и вы говорите. Этот. Но просто у нас сильно преувеличена роль МВФ и значимость МВФ для украинской экономики, для украинских финансов. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что где-то вот если с точки зрения как правительства, они же ожидают этот транш даже два одновременно, чтобы 1 400 000 000 долларов сразу получить, это только лишь не ранее апреля. Потому что в любом случае МВФ не выдаст очередной кредитный транш, пока у нас действуют ограничения и регулируемая цена на природный газ для населения. Это как минимум. Да. А как максимум они еще могут найти целую кучу разных вещей, которые их не устраивают. Ну, например, они могут сказать, да, хорошо, вы приняли то, что вы выполнили обязательства по созданию бюро экономической безопасности, но они могут сказать, что там недостаточно независимости, потому что это центральный орган исполнительной власти, а это значит подконтрольно кабинету министров, премьеру, какому-то из министров, кому определят, и он независимый, потому что все будет определяться именно министерством. А надо было бы сделать как национальное антикоррупционное бюро Украины, хотя то Национальное антикоррупционное бюро уже Конституционный суд сказал, что это не конституционно. Тут уже игра слив, да, да, далее, здесь, так. Да, ну просто МВФ, когда хочет дать кредитный транш, он не смотрит на выполнение обязательств. Тут были случаи, он МВФ просто выделял 1 миллиард долларов, когда и в самом меморандуме было записано, да, вы выполнили 3
обязательства из 11, и то не полностью, но мы выдаем очередной кредитный транш. А здесь вот, когда был сентябрь и декабрь прошлого года, мы выполнили все, Украина, все обязательства, которые были для получения этих траншей. Но МВФ не выдал кредитного транша, потому что политически решили этого не делать. Что здесь МВФ это просто финансово через дефис политическая организация, поэтому предугадать, когда они дадут либо не дадут, тут надо анализировать еще и политическое, так сказати, політичну середу. Хочете також, ми не забуваємо про пандемію, так, і вже оголошую, що в Україні скоро з'явиться вакцина, і що готові до вакцинування, і президент говорить, що для великої категорії людей це буде безкоштовно. Наскільки це може вдарити все-таки по економіці України, тому що держава буде закупляти ці вакцини, які потім буде безкоштовно надавати громадянам? Мы тут много говорим про, ну, власть, точнее, много говорит о распределении, 5 этапов вакцины и так далее. Ну, пока вакцины-то. Так, немає. Нет, да. Последнее заявление, то, что в феврале будет 117 тысяч вакцин, ну, это вообще мизер, это ноль. Когда говорили, например, по программе COVAX, там, где вот как раз бесплатная вакцина, что будет 8 миллионов доз, потом еще говорили, что, возможно, 16 миллионов доз в бюджете, а пока ноль, пока ничего. В бюджете на 2021 год предусмотрено 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин. И если все-таки будет вакцина в Украине, и Украине ее предоставят, то проблем особых с финансированием тоже не будет, потому что прежде всего это будет идти не из бюджета, а также это может идти за кредитные средства того же Европейского Союза и так далее. То есть нам предоставят кредит для закупки вакцин, если гостра необхідність буде, договоримся все-таки об этих вакцинах. Ну, как я иногда говорю, что Украина, возможно, будет первой страной мира, которая получит вакцину уже после получения коллективного иммунитета. От этого коронавірусу. Ми не будемо углублятися, але в Європі вже потихеньку темпи збавляють, тому що вони вважають, от ви сказали про колективний імунітет, що саме вони ревакцинуються по декілька раз, а ми потім хворі можемо нові штами розмножувати, ті, хто не робили вакцину. Да, ну здесь, опять же, здесь больше должны отвечать на такі вопросы епідеміології, так, звичайно. В любом случае, в Украине сейчас статистика показывает, что все вроде как в порядке. Будем сподіватися, що ця статистика як мінімум не ростиме, а хоча б такими темпами потихеньку зійде. Дякуємо вам за ефір. Нашим гостям, нашим телеглядачам. Нагадаємо, що в нашій студії Віктор Скаршевський, економіст. Дякуємо за увагу кожному з вас. Не забувайте, що на нашому YouTube-каналі щодня з'являється багато цікавої та корисної інформації, тож не забувайте підписуватись, аби бути в курсі усіх подій та новинок. А я нагадаю про дзвіночок, який буде сповіщати вас, що вже з'явилось щось новеньке і цікавеньке, і ви повинні це подивитися.